Сейчас мы продюсер отработку команды ко мне. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года, кличка Султан. На первом этапе зайдите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Команда ко мне — это сложная индивидуальная команда. На первом этапе отрабатывайте ее в уединенных местах, без посторонних раздражителей, чтобы войти с собакой один на один в контакт и отработать команду ко мне. По команде гулять собака должна гулять. В это время можно с ней поиграться, заодно подготовить собаку к отработке команды ко мне. Гуляй, гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Обязательно на первом этапе собаку нужно поощрять за правильно выполненную команду. Ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй, Султан. Гуляй, гуляй. Молодец. Вошел в контакт. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Красивый пацан очень. Рядом. Рядом. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем основные команды будете подключать поэтапно. Рядом. Хорошо, пацан. Рядом. Рядом. Место. То есть это мы вам продемонстрируем отработку команды ко мне. Порода восточноевропейская овчарка, возраст 1,5 года, кличка Султан. Свою работу окончили. Кс-кс. Молодцы!